Политическую карту края могут изменить сегодня. Этот вопрос один из главных на заседании краевого парламента. Всего на 48-й сессии АКЗС, которая пройдет сегодня в Барнауле, депутаты рассмотрят более 20 проектов. В сентябре этого года нас ждут двойные депутатские выборы в Краевое законодательное собрание, а также в Государственную думу. Схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов АКЗС решено изменить. Связано это с тем, что число избирателей в Барнауле выросло, поэтому в краевой столице появится еще один избирательный округ. Общее число депутатов, которые будут избраны в Заксобрание, 68 человек. Половина по одномандатным округам, половина по партийным спискам. В связи с этим и с тем, что у нас 4 округа в Госдуму, одномандатная Госдума возвращается к такой же схеме, как у нас, смешанной, поэтому у нас имеет место некое перераспределение сельских районов и небольших городов вот между округами.